сейчас вам проговорю, вы перестаете это спамить. Блин, мне так не нравится эта футболка, то что она мне... Смотрите, как она меня широкой меня делает. Вот, короче, я знаю, что Саша назвал меня, ну или кого он там назвал, котиком, зайкой и принцессой. Все, спасибо, я знаю, я видела. Все, давайте закроем эту тему. Я видела, я не знаю, что вы ждете, какой комментарий. Все, спасибо. Вы успокоились? Все нормально с вами? Ребят, Саша не обязан и не должен присутствовать на каждом моем стриме. Пожалуйста, обратите на эти слова внимание. Мне очень приятно, если вы будете ценить меня как стримершу. Ну, пожалуйста. И Саша на дне рождения, поэтому тут тем более мимо. Спасибо. Спасибо за понимание. Если вы меня не поймете, то придется реально включать Собчат. И вот. Рекомендую зайти на сайт HyperPC, проверенному российскому производителю игровых компьютеров, на котором перед тобой представлен компьютер для разных целей. Ну вот, к примеру, Mute – модель на пассивном охлаждении, а модель Nano X подходит для работы с 3D-графикой и самого сложного монтажа. В этих монстрах уже содержится процессор от Intel 10-го поколения, а также видеокарты из новой серии NVIDIA GeForce RTX. Лично я рекомендую обратить внимание на модель Lumen. Это эталонный игровой компьютер, который справится с целым спектром задач и идеально подойдет для игр 4К. А также его мощности хватит на самые требовательные творческие проекты. Вы также можете кастомизировать свой Lumen, выбрать покраску, именную табличку, винилографию или даже заказать его в дизайне любимой игры. Кстати, в HyperPC сейчас проходит конкурс, в котором вы можете выиграть не только крутые геймерские девайсы, но и самый главный приз – апгрейд вашего ПК на 50 тысяч рублей. Для этого необходимо подписаться на сообщество HyperPC ВКонтакте и просто проявлять активность. Подробнее по ссылке в описании. Прикиньте, позавтракала, заказала себе дохуя косметики, я себе заказала косметики на 17 тысяч. Вот, заказала себе косметику и отрубилась. И спала еще часа 4 или 3. Я выспалась, я встала, пошла на треню. У меня была охуенная тренировка, я не знаю, у меня просто... Мой тренер, я мага, я его просто обожаю. Мы сегодня очень рафлянили и очень круто позанимались. У меня есть... Ну, я вот прям очень сильно вижу результат. Прям вот, не знаю, вот кто мне что только попробуйте, скажите. Я... Пришла, сходила в душ, стрим в Ваде, и все, и свой стрим, и все. У меня начался день с 5 часов вечера. Режим ББ. Вот, настроение супер. Только попробуйте мне, сука, его сломать. И выгляжу, не знаю, я что-то... Ну, я не буду говорить, что я сейчас без косметики. Я, конечно, тональник себе херакнула нормально, так я думаю, это даже видно по слою тонального крема. Но как-то ничего особенного. Но губки офигенные, да? Вам нравятся? Не знаю, мне очень нравятся мои губы, и они еще все еще уменьшатся, то есть они будут меньше, но все равно они уже спадают, прям заметно спали, и будут еще меньше, но мне нравится, прям очень нравится. Вот, намного лучше, чем было. Если только попробуйте мне сказать, что раньше было лучше, потому что я, сука, вас подловлю и скажу, что тогда у меня тоже были накачанные губы, просто губы, гиалуронка, она спадает, вот, то есть они будут уходить постепенно, вот, так что, да, было уже, да, было лучше с теми накачанными губами, которые тоже были накачанными. А да. Вот. Так что одобряем накачанные губы. Единственный минус это действительно это отек. Вот прям они первые 2 дня страшно, очень страшно. Вот. Арина, тебе повод для размышления. Твой песик лучше твоей киски. Блин, ребята, у меня офигенный пес. Да, ребятки, клипы, но я смотрю, что-то клипов не очень много. Один клип у меня с памяти и все. Все, никто ничего больше не говорил. Осюка засали, да, еще бы, блядь, такого борца, блядь, бойца. На-на! Приезжает в Киев, кидает тебя, сучара. Если че, я не придумал. Вадя сказал у Ромы на стриме, и у нее в телеге пост. Да, кидает меня с Киевом. У меня в Москве есть другие друзья. Отвалите от С1, мпли. Да, я сам болею, фанат С1, мпли. Они играют вместе, веселятся, но это стрим Арины. Это прикольно, когда она играет с лучшим игроком КС. Когда надо будет, тогда он зайдет. Вообще, просто спасибо большое за эти слова. Ребят, хорошего понемножку, правда, давайте... Ну, давайте, это мой все-таки стрим, и хорошего понемножку, в меру. Вот, зато это так ценится очень. Ой, кстати, вот вам московские девчонки, с которыми я могу спокойно остаться, и все. Вот Оля и Даша. После кричка. Посылай его мне разговор, всегда так разговариваю, бро. У меня даже...
клипы есть, подписанные Аринян, что-то Кличко там. Да, бывает такое. Ну, блин, стример, как говорится, не тупой. Не, я если захочу, и сконцентрируюсь, и настроюсь, я могу очень хорошо разговаривать. Прям у меня будет чистая речь такая, знаете, без слов паразитов, без мата. Но кому это вообще надо, чат? Кому это надо? Привет, Саша. Саша на стриме? Чего вы его здороваетесь с ним? Привет, так. Та самая прекрасная девушка. Кто? Аляша? Ага. Чего? Не понял. Что за наезд? А про кого ты? Какая прекрасная девушка? Ты про кого? Я? Кто? А кто? Властелин колец смотреть? Зачем мне Властелин колец смотреть? Я, кстати, не люблю Властелина кольца. Властелин колец — это самое лучшее, что может быть. Ну, Саш, как бы напоминает вчерашнюю ситуацию, согласен? Ну, хуй знает, тут я бы поспорила. Как и большой стыд. Что? Ты чё, Саша, хватит, уходи. Ты чё? К чему вообще ты это говоришь? Да сейчас. Чат. Ультанул точно. Ща. Сейчас, подождите. Отстаньте от меня. Так, ну все, сейчас, все. Я серьезно. Симпл сосет, помоги ему. Как же я ему помогу? Блять. Я видела этот видос. Блять, ну я не была готова к такому видосу, но не сейчас же, чат. Ну зачем вы? Сука. Все, я не буду больше стримить. Я вырубаю стрим. Мне пофиг, мне рекламы нет. Мне пофиг. Я сейчас прямо сейчас выключу стрим. Не офы. А вот вы ведите себя хорошо тогда. Понятно? Все, я теперь буду реально вам угрожать тем, что я просто буду стрим вырубать. Я, конечно, понимаю, что на самом деле всем похер. Но! Все! Тогда! Все!